Основные тенденции в медиа – это социализация, контент становится еще более веб-2.0 или даже веб-3.0. И существенная значимая часть, которая произошла в этом году, стала более заметной, то, что эту социализацию все легче коммерциализировать. На отзывах, отзывах, в частности, о компаниях, то, что делаем мы на сайте агентства страховых новостей, можно продавать лиды на страховке, можно продавать разные товары и услуги. Мне кажется, коммуникации станут короче, люди все быстрее будут хотеть получить, и стиль общения, он еще более сожмется. Сожмутся и сами материалы в медиа. Совершенно понятно, что платная подписка будет в определенных сегментах. Сложно назвать это в полной мере СМИ в прежнем понимании, в понимании журналов и газет. Это будут СМИ плюс сервисы. Сервисы, которые будут помогать сделать что-то конкретно полезное для человека прямо сейчас. Пока это выглядит как полный хаос и броуновское движение. Очень мало тех направлений, очень мало тех проектов, которые могут вырасти, на мой взгляд, в реальный бизнес. Очень много идей, но почти все они мало жизнеспособны. Не хватает бизнес-технологий. И не хватает рынка. Собственно, во многих сферах, которые только развиваются, рынок в виде сделок, в виде денег, он еще очень маленький, чтобы прокормить хотя бы один проект. А, как правило, их там уже 10.